Вопрос. Илья Яшин считает Чечню частью России и поддерживает Навального. Как вы относитесь к нему, Константин Натанович? Илья Яшин, продолжает оставаться таким молодым политиком. Мы его с Валерией Ильиничной и защищали, и критиковали. Он из левых, из тех, кто сотрудничает с националистами, когда мы боролись с националистами и с коммунистами в оппозиции. Он, конечно, был не в нашем лагере. Он оппозиционер в связях, порочащих его, с моей точки зрения, не замечен.